Доброе утро! У нас погода... Я извиняюсь. Погода испортилась. Ну, испортилась. Похолодало, не буду говорить, испортилась. Дождь. Я так поняла, с утра было где-то 36 градусов. Но мама позвонила и говорит, что уже падает... Упала до 32. Она думала, приезжай, потом говорит, а, что-то я... Это стрёмно мне. Знаете, ну, леденеет, может... А, я говорю, да, это окей, говорю, отдыхай. У нее мама уже сегодня отработала в салоне. У нее 5-дневка, она каждый день работает. Я говорю, я тебя и не ждала, так что отдыхай. Вот. Ну да. По сравнению со вчера, 63 градуса. Ну, дело в том, что наши дрова намочены. Ну, может, все-таки... Может, все-таки удастся нам иметь камин к вечеру. Я? I'm sorry. Ладно, малыш спит, так что пойду я дела делать, пока он не дает. Сынка. Сынка. Такой классный, он везде путешествует. Теперь надо глаз да глаз, да? Да. В общем... Мне Дэнни и Рики уже несколько раз сказали, что мне надо постричь малого. А у меня Габриэл, он когда в этом возрасте был, у него кучеряшки начали появляться. Я вот ждала кучеряшек. Но походу он у меня как Джульетта без кучерей будет. Что-то она торчит в разные стороны. Я начинаю вот сомневаться теперь. Думаю, все-таки можно подождать немного, и кучери все-таки появятся. У них кучери вот здесь появляются обычно. Такие завитушки. Габриэл у меня до 2,5 лет я его не постригала. Ой, ну куда ж ты? Куда ж ты лезешь? Вот. А... Ну и с этим парнем не знаю. Уже точно надо постригаться. Дэнни и Рики говорят, у него это самое, уши ему щекочет. Это эти волосы. Ладно, съемок не получится. Дэнни что-то искал, какие-то бумажки по своей работе. И нашел пакет с фотографиями. Это мне еще Скарлетт, когда она в садике была. Как Тринити, как ее вот фотографировали. Вот. Только ей 5 лет здесь. И я сразу не поставила и вообще забыла, где оно. Вот такая наша Скарлетт в 5-летнем возрасте. Ну, в общем, да, вот такая. Ой, знаете, такая погода, друзья. Холодный дождь. В доме, знаете, в доме у нас достаточно тепло, но все равно чувствуется прохлада больше. Вот даже около окна стоишь, да, какие окна холодные. В общем, такая погода, когда хочется зарыться в одеяло и пить горячий чай. В одеяло зарыться мне не удастся. Ну, чай. Уже вторую чашку я нагреваю. Воду для второй чашки сегодняшней. Звонила Дэнни узнать, или он забирает детей, или я, чтобы не вывозить мне малышню в мороз. Он говорит, что говорит, я планирую, но говорит, я еще в другом городе. Не знаю. Короче, смотрю на порог. А где? Вот здесь. Видите, какие у нас дороги, льдом покрытые. Ну, короче, я пойду через некоторое время все-таки машину заведу на всякий случай. Разогрею ее. Надеюсь, что все-таки большие дороги, машины весь этот лед разбили. Ну, погода, конечно, крутецкая. Сам дождь не идет, но то, что прошло... Удачно подмерзает. Ура! Дэнни поехал за детьми, так что нам не надо выходить. Ура! Я размораживаю тут куриную грудку. So much fun! Говорит, это так весело делать. Вот эти поповые крутасы. Ах ты, поповый крутас! Мы в пижаме. Мы в пижаме целый день. А чё? Мы никуда не идем. А,
В общем, я разморозила грудку куриную, буду доставать свой чудо-горшок и буду делать стю. Хорошая погода для такого супообразного блюда. Ну, типа нашего жаркого. Ай, 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 выпендрёж. А где наш выпендрёж? Аж там. Ушёл выпендрёж. Good job! Мы делаем домашку. Тринка делает домашку. Они мне тут с Джашиком вместе помогали. Ей! Они мне с Джашиком вместе помогали. Пока я тут овощи режу. У меня тут курица поджаривается. У меня Тринка и Джашик все выгребали из моих кабинетов. Так что я решила занять ребенка домашкой. Yeah. Good job. Так что она пишет словечки. А Джашик сидит на бедре, как узник. Yes. Beautiful. Good job. What is it? Hey, play, play, play. Короче, она тут пиано пела. Ой, то есть играла Габрилу. Come on. No. Come on. Okay, fine. Oh, а у нас проходит вечер своим чередом. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Рики у нас тоже. Все покушали суп с удовольствием. Папа занялся за финансы. Я не сделала, а он теперь сидит. Вот. Так что мы его не трогаем. Джульет думала сделать брауни. Ну, вы видели, они там на пианино играют. Ага, ага. В общем, у нас простой холодный вечер. Без камина. Это дрова у нас мокрые. You gonna help? You gonna help? Ой, ой. Come on. Okay, fine. Габриэль сказала, гитару не хочет, хочет пианино теперь. Okay, now mommy's turn. Okay. Come on, my turn. My turn. Hold on. Ready? У нас уже 9. Мы готовимся к постель. А Рики с Анжеликой пошли ужинать. Ужинать в то место, где ресторан у нас тут совсем рядом. Они готовят завтрак весь день. Даже в 9 вечера. В общем, их пробило на завтрак. Помните, я вам показывала ресторан? Кантри-стиль ресторан с таким огромным камином, там магазинчик сувенирный. Ну, короче, они поехали туда. Также мой ребенок Анжелика, она вот эти 2 дня обзванивала, то есть подавала заявление на работу. Я, в общем, ей горжусь, она не просто подавала, она звонила в те места и, короче, напоминала о себе.
общем, завтра у меня первое интервью на работу в магазине, в торговом центре. Так что классно. В общем, так, кто-то сваливает лампу. Ладно, потом. Итак, друзья, буду с вами прощаться. Анжелика уже вернулась. Говорит, дороги плохие, что Рики ехал еле-еле, потому что было скользко. Теперь они надеются, что школу отменят. Ну, не знаю. Ну, а с вами я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.